Вечернее, во время которой на середину храма была вознесена святая плащаница с изображением мертвого тела Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Во время этого богослужения мы слышали евангельский текст, который нам повествовал о том, как Господь наш взят был под стражу, приведен на двор первосвященника, где ему были заданы вопросы, обличающие как бы его. Затем Господь был приведен на суд римскому прокуратору Понтию Пилату, который хотел отпустить его, не находя в нем вины, но видя, как безумная толпа иудеев желает лишь только одного – смерти Господа, был вынужден осудить его на крестную смерть. И мы видим, что Господь слышал множество вопросов, которые ему задавались и у первосвященника, и у Пилата. Как правило, молчит, не отвечая на эти вопросы. Однажды только отвечает на вопрос первосвященника, один раз отвечает на вопрос Пилата, и затем лишь только возвышает голос, тогда, когда его спрашивают, он ли Христос, Сын Благословенного, и тогда он свидетельствует о том, что он действительно тот самый Христос, Спаситель мира, обещанный Мессия, и говорит, что пройдет время и увидит его, грядущего со славою небесную, с ангелами. Я пришла в следующее занятие уже.